Вслед за хлопком газа пожар. Еще одно ЧП произошло в городе Темиртау. Сегодня ночью полностью выгорела квартира на проспекте Металлургов. В 00 часов поступило сообщение о пожаре по адресу город Темиртау, проспект Металлургов, дом 4. По прибытии пожарные обнаружили огонь, исходивший из окон квартиры на 9 этаже в 12-этажном доме. В спешном порядке приступили к эвакуации и тушению с помощью пожарной лестницы. Происходило горение электробытовой техники, домашних вещей и мебели, оконных и дверных блоков, а также деревянной обшивки балкона на общей площади 58 квадратных метров. Пожар ликвидирован в час 30. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Напомним, в этот же день в доме поблизости на проспекте Металлургов 5/2 произошло обрушение межкомнатных перегородок и плит перекрытия между этажами в результате взрыва газа. Есть пострадавшие, повреждены 3 квартиры. По информации акимата города Темиртау, дом будут восстанавливать за счет бюджета. Людям компенсируют ущерб. Сейчас жители 4 квартир разместят в арендованном жилье или гостинице. Остальные жители 20 квартир размещены у родственников. Принимается решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.